Доброе утро всем. Сегодня 3 февраля. Я Алексей Плотников. Такие вот GPS-устройства. Принять участие в первой фигуративной пробежке, по результатам которой мы все получим некий красивый рисунок. Что из этого получится, я правда не знаю. Это будет моя первая большая пробежка в составе коллектива клуба Ивика. Планируется, что мы пробежим 15 километров. Сейчас время 6 часов 45 минут утра. Нормальные люди, как вы видите, спят. Никого нет. На улицах города пустынно. Нормальные люди, еще раз повторюсь, в это время спят. Это суббота. Выходной день. Смотрите, как безлюдно и пустынно на улицах нашего города. Город Йошкар-Ола. Напомню, 6 часов 45 минут. Вот одинокие троллейбусы следуют. Что мы видим? Троллейбус. Троллейбус практически пустой. Народу нет. В маршрутках тоже никого нет. Лишь только одинокие любители бега заставили себя выйти, пробежаться. Вот. Как видите, еще темно, на улице пустынно, никого нет. Вот. Но мы примем участие и посмотрим, что у нас из этого получится. Всем успехов!